Звонок диспетчеру в управляющую компанию «Домжилсервис». Срочно нужна помощь электрика. Дежурный Александр Харитонов в полной экипировке отправляется на вызов. Со знанием дела он приступает к устранению неисправности. Человек с огромным опытом работы, профессионал своего дела, электрик, о котором говорят, золотые руки и такой же характер. Александр Михайлович работает в нашей компании с 2019 года. Мы очень ценим данного сотрудника за его профессиональный подход, за его ответственное отношение к его прямым функциональным обязанностям, за его человечность, отзывчивость. У нас только положительные отзывы о нем и от нас, как от руководства, и от наших жителей, и от наших собственников. Человек очень хороший, как бы вот работаем уже мы с ним вместе 3 года. И как бы к нему такие. Человек очень-очень хороший. Просто прожить жизнь, дожить до 70 лет и остаться быть таким человеком, порядочным. Ну и вообще наивным, можно сказать, как младенец. Это такое редко бывает. Недавно обращался в единую диспетчерскую службу. Подошел Александр Михайлович, очень качественно и быстро выполнил мою заявку. Такие положительные отзывы Александр Харитонов собирает благодаря ответственному отношению к работе и богатому жизненному опыту. Наш герой родился в Ульяновской области, переехал в город Фрязино. Там закончил училище по специальности электромонтер. После работал в Королеве, долгое время служил в качестве начальника смены по электроснабжению в войсковой части 26-178, которая базируется в Щелково-7. Работа Александра Михайловича всегда была сопряжена с ответственностью. Справлялся наш герой и с весьма сложными ситуациями, когда именно от его решения зависел благополучный исход. Ну, у нас кабельные линии мы же ремонтировали. Вот. А одну там неисправность, так мы очень долго, почти неделю мучились. Искали. Ну, трудно, потому что был однофазное замыкание на землю, а его очень трудно найти. После увольнения со службы в 1998 году Александр Михайлович трудился в нескольких компаниях. Опыт и профессионализм его оценили в сфере ЖКХ. Разница в работе, несомненно, есть, говорит уже профессиональным языком Александр Харитонов. Ну, там, во-первых, у нас были подстанции. Здесь низкая сторона, а там высокая сторона. Все, там, конечно, сложнее. Высокая сторона, это у нас было 10 киловольт. 6 киловольт. Да, выше 1000 вольт. Да, такое напряжение было. А здесь 0,4, 400 вольт. Важной задачей в своей работе Александр Михайлович считает своевременное и максимально эффективное устранение неисправности. Говорит, это принцип. В какое бы время суток ни обратились жители, отклик должен быть моментальным. Все равно, да, независимо. Хоть ночью. Хоть ночью. Бывает, даже вот лампочка не горит, вот, допустим, я ходил на финский там. В коридоре 6 лампочек, одна не горит. И то идем и делаем. Александр Харитонов – человек семейный. Дома его окружают в основном женщины – жена, дочери, внучки. Но есть и маленький внук. Ему опыт передавать пока рановато, говорит электрик. В диалоге сразу понятно – человек – профессионал в своем деле. Знает, понимает, а самое главное – может все просто объяснить при необходимости. Даже во время праздников Александр Харитонов не забывает о своем призвании. С улыбкой и всегда готовый помочь, он в коллективе и с друзьями произносит главный тост электрика. Ну, тосты есть, чтобы вот всегда она светила, горела лампочки. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.